Всем привет! И сегодня я вам расскажу, где найти и как приручить волка. Вот, заходим в мой мир. Вот, у меня уже приручена собака. Мы берем косточку. У меня две прирученных собаки. Ой, я утоплюсь. Откуда у меня две прирученных собаки? Ну ладно, давайте приручим еще одну. Будет три. Так. Ну, чтобы они меня обороняли и всякое такое. Вот. Вот так вот они отряхиваются от воды. Так. Щенка никогда не пробуйте приручать. Он не приручается. Вы зря потратите косточки только. Ну, если вы просто захотите его покормить. Только при этом случае. Вот. Так. Вот. Сейчас надо найти взрослого волка. Извините, запинаюсь. Наверное, не выспался. Так. Надо найти волка. Волки водятся только в хвойных лесах. Вот. Сид на хвойный лес, как у меня. Будет в описании. Думаю, вы знаете, как седы писать. Вот. То есть где? Собаки. Собаки мне нужны будут не просто так. В следующей серии я пойду в поход. Ну, посмотреть, что у меня тут на мире. Вот. И у меня будет целых три собаки. Три собаки. Вон тот пес до сих пор там сидит. Давайте его... Скажем команду. Встань. Давай, вставай. Встать. И все. Так. Пошлите, пошлите. Привет. Волк. Точнее, собака. Вот у меня тут небольшой загончик для куриц. Так. Ну, идемте искать волка. Где найти этого волка? Ужасно не могу понять. А. Тут волков много. Мне кажется, или темнеет. Ладно, сейчас давайте переспим, а потом продолжим поиски волка. Так. Вот у меня тут небольшой загон для животных. Напишите в комментариях, нужен оставить его здесь или убрать отсюда. Красиво или нет? Вот. Так, все, спускаемся. Спустились. Идем на поиски. А на этом сиде куча волков. Их найти не так-то трудно. Но что-то мне сейчас не везет. Вот, да! Ура! Так, стой. Вот, видите, обычный волк, да? Вы берете косточку и жмете на него. И вот он приручен. Ну, вы узнали, как приручить волков. Точнее, ну да, приручить волков и сделать их в собак. Превратить, точнее. Вот. Ну, подписывайтесь ко мне на канал. Ставьте лайки. Не забывайте то, что если лайков будет больше, то серия будет выходить раньше. Следующая серия будет очень интересная. Посмотрите обязательно, поставьте лайки. Всем пока!